Всем привет, с вами Devil, и в данном видосе я покажу, как увидеть заветные циферки в играх с помощью приложения JL Tools. Что за срань, при чем тут ирония судьбы? Секунду. Да ёпта! Да хватит уже! Во, другое дело. Вообще, эта проба имеет значительно больше, чем просто показывать счетчик FPS. Например, если у вас смартфон это старый кусок, но поиграть все же во что-нибудь новое охота, а обновлять трубу желания нет, это приложение подходит как нельзя лучше. Но также, как можно сделать мыло в игре, так же самое можно и улучшить графику. Но в этом видео будет только включение FPS показателя. Итак, нам понадобится root и само приложение. А, ну и конечно же игруля. Не то. Короче, любая игра. Запускаем JL Tools и видим, что его можно установить тремя вариантами. Первый способ – это обычная установка, приложение запросит root права и телефон автоматом перезагрузится. Второй способ – это установка через кастом на рекавери. Геморрой, короче. Ну и третий способ – это установка через Magisk Manager. Аналогично второму способу, только вместо рекавери нужно будет запустить Magisk и установить его модуль. Даже недостойно даже капитана очевидности, это просто адмирал ясен хуй. Я выберу первый. Запускаем JL Tools и выбираем нужную игру. В моем случае это Modern Combat 4. Ставим галку на включить пользовательские настройки для этого приложения. Теперь спускаемся вниз и находим счетчик кадров. И выбираем использовать счетчик FPS на экране. Здесь можете выбрать местоположение показа циферок. Я ставлю вверху слева. В некоторых случаях можно сразу не показывать счетчик FPS, поэтому идем в настройки. Приложение. И выбираем принудительная остановка. И после этого шаманства все заработает. Walker, an emergency evac is underway in Barcelona. Check rooftops, corners, and debris. Got it. Intel picked up a money trail. So this guy Saunders is a clear connection to Page, right? It goes even deeper. They were both special forces and served in the same unit. Shit. Okay, we're picking up a wireless signal. It's coming from the town square. Saunders? According to the data we've intercepted, yes. If so, remember, we need him alive. Keep it quiet. Good work. Now let's surprise these clowns. They don't suspect anything. Let's take them out. Guns! Weapons hot! Engage the hostiles! Hostiles on the roof. Good work. Go, go, go! Weapons free! Shooting! Take down!
sinking! Move it! Hostile sighted! 1 o'clock! Take it, hostile! На этом все. Всем пока.